Здравствуйте! Сегодня мы с вами находимся на агроцентре БАСФ Амурской области. Меня зовут Леонид Чемлай, я руководитель агроцентра. Хочу вам представить такой важный элемент защиты сои, как протравливание семян. И посмотрите, справа от меня делянка, семена на которой были обработаны протравителем семян Delit Pro на основе пирокластробина. Этот протравитель отличается от других тем, что, во-первых, он способен подавить практически всю семенную и почвенную грибную инфекцию, свойственную для нашего региона, а также обладает Axcellence эффектом, что позволяет получить более дружные и равномерные всходы. И, кроме того, я хочу вам показать, что к выбору протравителя нужно относиться очень-очень серьезно, потому как, вот смотрите, следующая делянка – это трехкомпонентный препарат компании конкурента, который довольно хорошо за счет своих трех компонентов работает по семенным почвенным инфекциям, но он обладает ретардантным свойством, то есть способен задерживать появление всходов. И вот на сегодняшний день 14 дней после посева, и вы видели разницу на протравители Delit Pro, никакой задержки абсолютно всходов нету. На препарате конкурента мы видим, что всходы задержаны, и задержаны примерно на неделю. А эта неделя к уборке может нам дать еще задержку вегетации в 10, а то и 15 дней. Поэтому очень важный элемент, и очень важно подойти к этому элементу ответственно и выбрать правильный протравитель, который будет не только подавлять семенную и почвенную инфекцию, но еще и давать дружные и качественные всходы. На этом у меня все. До скорых встреч. BASF. We create chemistry.